Здравствуйте, друзья! Это рубрика «Ножи для леса». И сегодня хотелось бы поговорить об эволюции ножа Форестер от Кизляр Суприм. Поехали! Тест ножа Форестер я уже снимал. И даже снимал видео, где я его сравнивал с ножом Урал от той же компании Кизляр Суприм. И в том тесте Форестер для меня оказался предпочтительней. В общем, на данный момент нож Форестер – это, пожалуй, любимый мой нож от компании Кизляр Суприм. Поэтому мне стало интересно, когда я увидел на одной из выставок этот нож с определенными изменениями. И, собственно, об этом я и хочу вам рассказать. Тогда я еще не видел изменения в ножнах. А в ножнах здесь, пожалуй, произошли кардинальные изменения. Вот так выглядели ножны только тогда, когда этот нож вышел в свет. И вот так они изменились с ходом времени. И, на мой взгляд, вот эти ножны, они гораздо лучше тех ножен, которые были изначально. Объясню почему. Вот я вставляю нож в ножны, закрываю на кнопочку и нож из них выпадает. Виктор Агре мне сказал, что это вот на первых они промахнулись с размером вот этого вот хлястика, и дальше вроде бы такой проблемы не было. О чем, друзья, я прошу вас написать в комментариях под видео. У кого-то вот были такие проблемы с ножными, которые изначально шли с этим ножом, или это вот только у меня вот такой вот, можно сказать, не знаю, бракованный экземпляр. Видите, насколько дальше вот эта заклепка находится, чем она должна быть. Тем не менее, соответственно, вот эти ножны, они уже погружного типа. И здесь нож, вот он сюда засовывается, и уже его отсюда, кроме как вытаскивая, никак не извлечь. Плюс ко всему, очень важно, что вот эта петля, она была сдвинута на конкретных ножнах вверх. То есть здесь она ниже находится. Давайте наглядно продемонстрирую. Видите, насколько ниже. То есть вот здесь она, и она ушла вверх. Соответственно, центр масс сместился, и нож, он лучше чувствует себя на поясе. Вот видите, какой, насколько отличается угол. Давайте я дам такой вот ракурс. Видно, что как криво вот этот нож висит, то есть его уводит вот сюда. И практически идеально ровно висит нож Форестер вот в этих обновленных ножнах. То есть та работа, которая проведена над ножнами, я считаю, она очень полезна. И новые ножны мне нравятся. То есть вот так вот должно это все выглядеть было изначально. И хорошо, что компания прислушивается к пользователям и по мере своих сил исправляет вот те вещи, которые можно исправить и нужно это сделать. По ножнам, пожалуй, все. Давайте перейдем к ножу. Значит, так выглядел первый нож. И кто смотрел мой обзор, помнит, что вот здесь вот были ребра такие. В общем, все это наминало руку ужасно, и мне пришлось их убрать самому. То есть я взял напильник и вот это все убрал вот тут вот, в основном вот сверху два ребра. И шкуркой это все зачистил потом. Тогда ножом уже стало приятно работать, и мне все очень понравилось. На обновленной версии можно наблюдать, что уже изначально здесь нет таких ребер, то есть достаточно все сглажено, и нож из коробки,
он уже имеет приемлемый для руки такой вот рабочий вариант рукояти. Вот. Что еще поменялось? Изменилась и толщина рукояти, вот эта. То есть изначально она была толще. Не на много, но на несколько миллиметров. И посмотрите, что здесь получилось. То есть если вот эти вот болты, они раньше углублялись сильнее в рукоять, то теперь они вровень с ней стали, вот так вот, как здесь. Это хорошо, то есть туда не будет попадать грязь, забиваться. А здесь, как видно, вот в это углубление она вполне себе может попасть. То есть я считаю, что это опять же плюс в обновленной версии ножа. Форма вот эта вот, она осталась той же самой. Здесь без изменений. Чуть-чуть по-разному вот эта вот так называемая дулька стала. То есть вот так выглядела раньше, а так сейчас. Ну, это на вкус и цвет. То есть, на мой взгляд, здесь принципиального какого-то отличия я не вижу. Изменился и кончик, поскольку вот смотрите, сколько здесь было металла снято, и здесь его снято меньше. И посмотрите, как теперь выглядит острие этого ножа. Оно получилось вот у новой версии более таким массивным. То есть проникающая способность у него, конечно, уменьшилась, но стойкость к боковым нагрузкам серьезно выросла. Толщина клинка осталась прежней. Ну и здесь вот я еще хотел заметить такую особенность, что у ранней версии ножа вот здесь все-таки спуск не столько скандинавский, сколько это выпуклая линза был. Здесь он уже скандинавский спуск стал. То есть гринд поменялся. Я уж не знаю, как это технически осуществлялось, но вот по факту я то, что вижу, вам показываю и об этом говорю. То есть вот такие вот изменения претерпел нож, и, на мой взгляд, они пошли ему на пользу. Потому что здесь все-таки, мне казалось, вот эта вот толщина рукояти, она слегка избыточная. А вот такая толщина в рукояти, она прям в самый раз. Хотя, честно говоря, поскольку этим ножом я пользовался очень долго, я привык к этой толщине рукояти. И для меня теперь кажется, что вот это слегка тонковато. Но это чисто мои ощущения. На самом деле, вот такая она и должна была быть изначально. Давайте посмотрим, как ножи режут, есть ли какие-то изменения. Опять же, этот нож абсолютно новый. Этим ножом я пользовался и слегка его на водном камушке поправил. Давайте вот возьму ореховую палку и немножко построгаю ее. Так, это мой старичок. Режет отменно. Новый нож. Но новый нож, такое ощущение, что он лучше вгрызается глубже туда. Ну вот тут сканди спуск. А здесь все-таки он такой вот более линзовидный. Хотя не могу сказать, что прям какое-то огромное отличие. Этот нож тоже великолепно строгает. Да, но вот сканди спуск поинтереснее работает. Он глубже лезет и больше отхватывает. А этим работать проще, потому что он идет больше по поверхности. Ну, он, конечно, тоже куски хорошие вот хватает.
но этот может отхватить побольше. То есть, опять же, что мы видим? Я, в частности, вижу, что клинок стал более эффективно работать по дереву. Опять же, плюс. И из того, что я перечислил, на мой взгляд, сплошные плюсы. Хотя вот этот нож, я к нему привык, и у меня какая-то больше теплота к нему присутствует. Поскольку я его брал и в походы, и за границу с ним ездил. Везде он меня устраивал вполне и никогда не подводил. И опять же, я приложил к нему руку все-таки. То есть я рукоять делал прям под себя, поэтому он мне дорог. Но по эффективности вот этот нож, признаю, он действительно получше. Вот такие вот в целом изменения произошли по ножу Форестер, о чем я вам и хотел рассказать. Ну и, конечно, я просто обязан проверить, как ножи строгают, такую вот мелкую работу выполняют. Огненное перо построгаю. Так, это вот обновленная версия. Классно строгает, ничего не скажешь. Так, и мой рабочий. Да, к нему я больше привык, к этой уже толстой рукояти. В принципе, замечательно. Ножи работают. Так, и давайте прям не отходя далеко, проверю вот обновленной версией работу с огнивом. Что нож должен с ним работать. И, соответственно, надо поджечь вот это вот перо. Так, здесь главное, чтобы за стружки зацепилась искра. Не попал. Так. Все убрать, а то я сейчас тут разбомблю все. О! Огниво Про. Это огонь. Все работает. Здесь вот по фаске, вот у новой версии она более такая острая, мне кажется. А здесь она как будто бы снята, мне еще показалось. Я помню, когда снимал это видео в первый раз. Я думал, ну, снята фаска, все не будет работать. А он работает. Так. Давайте-ка еще построгаю. Смотрите, какие завитушечки прям. Так, теперь вот это вот мой строгайт, который у меня был. Теперь обновленной версии. Тоже хочу завитушечки. Так, ну вот они, завитушечки еще. Так, ну-ка, мне вот интересно, как предыдущая моя версия поджигает. В этом году еще не поджигал.
моим этим ножом. Так. Попал. Да, также он вполне себе хорошо работает, а огниво Pro никогда не подводит. Ну что, классно, классно. Оба ножа прям замечательно с этим справляются делом, как разведение огня, добыча его с помощью огнива. Замечательно. Вот взял кусочек березовой коры, хочу тоже ее обновленным ножиком поджечь. Так, сейчас. Попасть бы еще в нее. О, вроде попал. Огниво Pro мощь. Ну вот, березовая кора горит. Отлично, отлично работает. Так что вот эта петелька на ножнах, она не должна пустовать. Нож идеально работает с огнивом. Причем вне зависимости от версии. Что первая версия, что новая версия, обновленная, без проблем. Вот так вот режет обновленный нож. Идеально, на мой взгляд. Ну, мой я не знаю, насколько я его подточил. Может, что-то на нем осталось еще. Я его чисто правил. О, еще и комаров убивает, смотрите. Прям четкая работа. Не шути с Форестером, комар. Нож режет, но, конечно, его можно еще будет подтачивать, потому что я его так чисто поправил на камушке. А, ну, две газеты теперь у меня. Чтоб не мусорить газеты, я эти сожгу, пожалуй. Огниво Pro не подведет. И Форестер тоже. Так, это был Форестер, который мой, который в пользовании у меня давно. А теперь обновленная версия. Огниво Pro — это огонь. Ну что, отлично. Оба ножа работают отменно. И по дереву, и по костру. Я считаю, больше проверять особо нечего. Все остальное у них, я думаю, одинаково. Это и колка, и рубка. Вес тот же самый. Ну, соответственно, без сюрпризов. Кстати говоря, в коем-то веке у меня кепка той же фирмы, что и ножи Кизляр Supreme. Кстати, кепка хорошая, мне нравится. Не первый год уже ее ношу, прям отличная. Ну что по ножам? По ножам все вы видели сами. Форестер остается, пожалуй, самым любимым лесным ножом от компании Кизляр Supreme по моей версии. Нож замечательно работает с деревом, замечательно работает с огнивом. Ножны усовершенствовали, рукоять тоже. В общем, на мой взгляд, все правильно сделано. И меня это лично очень радует, когда крупная компания выпустила нож, увидела, что что-то можно сделать лучше, услышала мнение пользователей и прислушалась к нему. Это по-настоящему замечательно. Пишите ваши комментарии под видео, у кого есть нож Форестер,
как он вам. Очень интересно будет узнать от тех обладателей ножей Форестер, которые посмотрят это видео. Надеюсь, видео было интересным, информация была полезной. Увидимся на канале. Всем удачи!